Сегодня же в Алматы прошло заседание регионального штаба, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. О необходимости создания штаба ранее заявлял аким Бахыджан Сагинтаев. На встрече руководители городских управлений рассмотрели вопросы усиления мер санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, а также составили межведомственный план. В целях профилактики малоизвестной инфекции в городе контролируют все направления туристических и миграционных потоков, а прибывающие из Китая проходят обязательную проверку тепловизором. Ранее санэпидемиологи сообщали, что мегаполис обеспечен достаточным количеством масок, лекарств и шприцов. Ситуация стабильна и находится на постоянном контроле. По итогам совещания замакима председатель штаба Ержан Бабакумаров поручил принять меры по недопущению ценового сговора при продаже медикаментов и средств защиты.